В Дагестане полицейская собака помогла выявить перевозчика наркотиков. На федеральном контрольно-пропускном пункте Артезианске был остановлен рейсовый автобус, следовавший по маршруту Санкт-Петербург-Махачкала. При проверке служебно-розыскная собака указала на одну из спортивных сумок и, как оказалось, не зря. При вскрытии в нем обнаружили пакет с героином весом более 340 граммов. Багаж принадлежал ранее судимому жителю Ленинградской области. По словам задержанного, он планировал отдать сумку с наркотиками неизвестному мужчине в Махачкале. За это было обещано 150 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, устанавливаются все причастные к делу лица.